карьер по добыче глины. Друзья, приветствую вас на канале. Вот такой вот карьер в двух словах. Это место, где очень много залежей природной глины. Вот такие вот карьеры нарывает, намывает техника. Видите, какая глубина. Она достаточно внушительная. Я думаю, что в центре карьера где-то около 20 метров, может быть 15 метров. Но есть карьеры там дальше, есть и по 30 метров глубиной. То есть суть какая? Они вот добывают эту глину. Видите, в центре карьера собирается вода. Они, естественно, откачивают эту воду, чтобы упростить себе добычу глины. И потом эти карьеры просто забрасывают. Они затапливаются водой. И получаются вот такие вот огромные озера. Искусственные. Там есть дальше озера за деревьями. Хотел бы вам показать, но далеко до них идти. Поэтому такие вот целые кратеры просто. Смотрите, как земля трескается. И вот какие камни здесь присутствуют. Вот, смотрите, какие огромные просто площадя. Там вон техника стоит, которая сегодня уже отдыхает. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!